Приветствую, на связи Остап Бондаренко. Мне один из моих партнеров прислал предложение присоединиться к новой бизнес-игре в Telegram-боте. То есть это тоже так же структура набирается, да, приглашают партнеров, но там есть переливы и пассивный заработок очень неплохой. Я посмотрел видео, в принципе, мне это интересно. И тем, кто хочет попробовать войти со мной в мою команду, то можно попробовать. То есть здесь есть хорошие переливы, здесь, когда регистрируешься, прямо вот Сергей мне прислал, у Сергея показано, что идут прям доходы сразу, он просто зарегистрировался, уже пошли потихонечку от вышестоящей команды партнеров, то есть партнеры работают. Вы знаете, что я работаю всегда хорошо, да, и значит переливы вам тоже обеспечены. Итак, что мне требуется делать? Мне требуется, соответственно, перейти по ссылке, вот, и присоединиться к боту. Здесь также вот под этим моим видео вы увидите следующее видео от Сергея, я его приложу, посмотрите, чтобы я не записывал это видео еще раз. Тут все очень хорошо и подробно написано, и здесь вот его ссылочка есть под видео, и также PDF с маркетингом я тоже приложу под видео, которое прислал мне Сергей. Посмотрите, кому интересно. Здесь что можно здесь набирать партнеров, соответственно, здесь есть небольшие вложения от 100 рублей начинается, там 100, 200, 400 и так далее, можно удваивать. Только вошел, от работы вышестоящих партнеров, тебе начинает падать уже прибыль. Открываем в Телеграме, соответственно, этот бот и нажимаем «Запустить». Вот я при вас это все делаю. Все, подтвердите свой аккаунт и нажмите слово такое-то. Нажимаю вот это слово. Продолжая пользоваться ботом, вы соглашаетесь. Да, я соглашаюсь с правилами. Для продолжения работы подпишитесь на наши каналы, нажмите «Я подписался», когда это все сделаете. Вот два канала, я перехожу на один канал, подписываюсь. Возвращаюсь и перехожу на второй канал, тоже присоединяюсь к группе. Все это нажимаю стрелочку «Обратно вернулся». И рекламный канал тоже подписываюсь. То есть молодцы ребята, они сразу дают группу информационный канал, командный чат и рекламный канал. То есть, ну, классно, да? То есть мы знаем, куда обратиться, где посмотреть информацию и где прорекламироваться. И я подписался, я нажимаю. Поздравляю, вы успешно зарегистрированы. Нажмите «Поделиться контактом», чтобы в случае необходимости могли восстановить ваш контакт. Мы могли восстановить. «Поделиться контактом», «Поделиться». Все, боту отправил. Вот такая продуманная здесь система. Вот вы видите меня здесь, да, и ваши контакты успешно сохранены. Остался последний шаг. Перед началом работы укажите свой Pair кошелек, чтобы средства на него перечислялись. Ну, давайте я сейчас перейду, наберу Pair и укажу Pair кошелек. Я специально это все делаю, так как будете делать и вы. То есть, тем, кому это интересно, заходите, попробуйте. Вот я прям при вас это сейчас пробую сделать. Зайти, присоединиться в бота. И мне понравилась сама тема. И понравилось то, что есть еще переливы. То есть, кто заходит прямо сейчас под меня, тот, соответственно, будет получать еще перелив от моей работы, от работы вышестоящих партнеров. Здесь оплаты идут с Pair кошелька. На кошельке у меня сейчас денежек нет, поэтому я пополню этот кошелек. Но это уже будет в другом видео, то есть рублевый счет, да? Мне сейчас нужно копировать номер своего кошелька. Вот я копирую номер кошелька, перехожу в бота и здесь прописываю номер кошелька и отправляю. Кошелек успешно сохранен. Все отлично. Теперь мне нужно будет пополнить свой Pair кошелек и, соответственно, здесь активировать площадку за 100 рублей. Но я сразу зайду, скорее всего, на несколько площадок, потому что здесь мне показал Сергей. Посмотрите его видео. Здесь есть такие вещи, обгоны. То есть, вот если я вас приглашаю, вы заходите на 2 площадки или на 3, чтобы получать больше и пассивно получать там большую сумму от вышестоящих переливов, то, соответственно, зайдете дальше. Меня обгоните. Мне неинтересно терять деньги, поэтому я зайду сразу площадки на 3. Но если вы опасаетесь, хотите попробовать, рекомендую зайти хотя бы на 100 рублей, просто попробовать, ставить структуру и посмотреть, как что работает, да, попробовать поработать. Пока сейчас предстарт этого проекта, как я понял, через неделю примерно после моей записи будет официальный старт. Сейчас пока заходят самые первые, и, соответственно, вы можете очень хорошо заработать, и в том же числе от того, что к вам будет падать больше количество этих так называемых переливов. На них, конечно, большую сумму не заработаешь, я всегда рекомендую самому работать, но у вас будет мои видео, вот это видео, видео от Сергея, ниже видео по регистрации Pair кошелька и видео по оплате площадок, как вот это делаю я. Рекомендую, как я, заходить минимум на 3 площадки, вообще я буду стремиться на 7 площадок зайти, как зашел Сергей, но начинаю с 3, попробую поработать, поэтому всем, кому интересно, присоединяйтесь, ниже будет следующее видео, где я показываю, как зарегистрировать кошелек Pair, да, у кого его нет, и ниже будет видео, где я показываю, как уже вам активировать
активировать площадки. Рекомендую, как я, заходить на 3 площадки. С вами был Остап Бондаренко. Кому интересно, пробуем поработать в новом боте. Я, честно говоря, с такими вещами еще здесь вот не работал в Телеграме. Мне очень интересно. Мне нравится начало, что здесь меня проводят за руку, знакомят со всеми каналами, да, спрашивают кошелек, спрашивают все, что надо, предупреждают обо всем, что надо. Начало мне нравится, поэтому я пробую. Кому интересно, присоединяйтесь. Делаю дозапись к видео. Когда посмотрел маркетинг, решил дозаписать вот этот момент, потому что видео сразу не сказал. Здесь преимущество, вход от 100 рублей, 6 видов вознаграждений и так далее. Но если мы прокручиваем ниже и читаем маркетинг-план, что мы видим? Мы видим, что есть и бесплатная возможность входа. Вход бесплатно, заработок с лично приглашенных 10%. То есть, если человек по вашему приглашению заходит, смотрит на все эти вещи, ему нравится и покупает, то именно с лично приглашенного вы получаете 10%. То есть, вошел человек на 100 рублей, вы получили 10 рублей. 10 человек вошло, у вас 100 рублей, соответственно, там, и вы можете уже что-то активировать. То есть, бонус именно с активного дохода лично приглашенных 10% и бонус 10% с пассивного дохода лично приглашенных. То есть, например, вы пригласили партнера, партнер тоже не заплатил, начинает приглашать, у него по 10 рублей падает, вам падает по рублю. Получается так, если я правильно понял. Доход только с личников. Ну, мне сразу не интересен вариант бесплатного, и я вам рекомендую идти именно на вариант старт. Почему? Потому что здесь 10 статусов по 10 уровней, то есть 10 уровней вниз. Вход от 100 рублей, и за лично приглашенного вы получаете уже 50%. То есть вы сами зашли за 100 рублей, двоих человек пригласили, все, вход вам окупился. Мне кажется, это круто, да? Плюс здесь есть переливы структуры, то есть я работаю, надо мной партнеры работают, и вы получаете уже по 10%, соответственно, от дохода капает вам потихонечку сверху, да, то есть тоже очень приятно. 4% за место в матрице. Ну, здесь еще есть в матрице места вы занимаете, становитесь, и тут еще такой момент есть, здесь есть еще и инвестирование, тоже решил это сейчас сказать. Я сейчас с этим еще не разбирался. Видео Сергей Панферов ниже вам об этом вкратце расскажет. Но здесь вот есть, можно будет почитать. Инвестиции, то есть в этом же маркетинге. И кому интересно зарабатывать просто, когда вы вложили деньги, да, сами не работаете, а деньги работают на вас, то здесь этот момент интересен. Возможно, я рассмотрю и момент инвестирования, потому что мне это интересно, и момент активной работы. То есть я сейчас начну активно работать, будут приходить партнеры, от партнеров оплаты буду получать по 50%, плюс от своей работы там буду получать еще деньги, да, и попробую проинвестировать уже полученную прибыль в какие-то пакеты от 1000 рублей, то есть насобираю 1000 рублей, возможно, проинвестирую, посмотрю, что получится, пусть денежки пассивно работают, возможно, больше сюда вложу уже с прибыли. Кто же хочет просто вложить, попробовать, то почитайте, посмотрите, и, возможно, вас это заинтересует. Но самый главный момент я хотел показать, что здесь есть и бесплатный вход, когда вы можете зайти и, соответственно, начать работать. Но, понимаю, нет перелива сверху, да, нет других вещей, только с лично приглашенного. Пытаешься что-то заработать, конечно, ну, как бы это есть, да. Так что я захожу на 3 уровня сначала, заходите, и потом я буду сразу покупать 4, 5, 6 уровней. То есть, кто в мою команду заходит, заходите сначала на 3 уровня, да, чтобы не перепрыгивать меня и также своих партнеров, которые смотрят это видео. И постепенно заработка уже, покупайте следующие уровни, соответственно, поднимаетесь выше, да. Моя задача дойти до 7 как минимум уровня, где находится сейчас Сергей, который меня пригласил. И еще один момент тоже скажу. Так как здесь партнерская программа, и так как я всегда работаю через автоворонки, то все мои партнеры, кто войдут в этот проект, получают от меня автоворонку бесплатно. То есть вам нужно будет подписаться, там после подписки получите определенное задание, как вам получить автоворонку, выполните ее требования и получите автоворонку. Там все бесплатно, там у меня определенный вопрос к вам будет, вы на него отвечаете, то есть делаете то, что я говорю, в плане той информации, которую мне дадите, чтобы я убедился, что вы в моей команде, я вас проверяю и, соответственно, высылаю вам автовороночку. Также, если вы подписались на эту авторассылочку и это уже мой партнер настроил, то вы также ему пришлете такой же запрос, какой будет в письме показан, и он поймет, что вы как бы его команде проверит, соответственно, вышлет вам тоже доступ, пин-код к настройке урока автоворонки. Автовороночка на моей обучающей платформе средней интернет-школы номер 01 будет настраиваться, соответственно, там есть также раздел бесплатные уроки, это там есть уроки по продвижению, по рекламе, то есть вы сможете настроить вороночку, войти в уроки и дать по этим урокам рекламу уже, да, чтобы начать собирать подписчиков партнера. То есть здесь я постарался своим партнерам дать полный цикл такой небольшой поддержки, когда у вас будет и материал для сбора подписной базы, и обучение партнеров, и, соответственно, будут уроки по продвижению. Уроки простые, но здесь сложных уроков и не нужно. Хватает 1-2-3 каналов рекламы, чтобы пошли люди. Проект хороший, можно входить и бесплатно, но всем рекомендую входить как минимум
минимум на 3 уровня или хотя бы на 100 рублей, чтобы подключить переливы структуры сверху, да, тогда у вас будет и пассивный доход. С вами был Остап Бондаренко, теперь точно все. Переходите ниже, смотрите следующее видео от Сергея Парфенова, где он вам расскажет об этом проекте более подробно. Еще ниже будут видео про то, как завести PR-кошелек, у кого нету, как пополнить PR-кошелек. И, соответственно, я запишу видео, как вхожу в проект и покажу, как я что покупаю там. Тоже так же повторяйте все мои действия. И в самом низу будет видео, как вам получить готовую автоворонку, если вы вошли в проект и стали уже партнером в нашей команде.